Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне, потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей. Этот праздник многим россиянам знаком как Международный день защиты детей. Дети – это цветы нашей жизни, наше настоящее и наше будущее. На душе становится радостно от детского смеха. Дети – это продолжение нас. И так хочется, чтобы их детство было беззаботным, спокойным и мирным. Ежегодно в этот день в районе проходили массовые мероприятия, посвященные этому празднику. В этом году эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Проведение различных программ стало временно невозможным. По инициативе работников отдела материнства и детства при КЦСОН Кашхабского района была организована замечательная театрализованная акция для детей из многодетных семей. Дети с огромной радостью встречали гостей и с удовольствием получали подарки. Натуся Кучмезова, Сергей Лапынцев, новости Кашхабского района.